Всем привет, друзья! Наконец-то настало время сделать новый контент. Мы сегодня с вами говорим о Мирзо Турсунзаде, таджикский советский поэт, писатель, председатель правления Союза писателей Таджикской ССР, секретарь правления Союза писателей СССР. Что ж, всем приятного просмотра. Погнали! Мирзо Турсунзаде родился 19 апреля 1911 года в Кишлаке Каратаг, ныне Рыгарский район Таджикистана, в семье плотника. Учебу начал в старой школе. В 1925 году поступил в советскую школу, учился в Душанбенском интернате и педагогическом техникуме. В 1930 году окончил Таджикский институт просвещения в Ташкенте, работал заведующим общим отделом и ответственным секретарем газеты «Комсомоль Таджикистан», а затем руководителем литературы части Лениноборского музыкального драматического театра от имени Асы Пушкина. Начало его литературной деятельности относится к 1929 году, когда он, пробуя свои силы как прозаик, вступает на страницах. С 1934 года член Союза писателей СССР. С 1935 году заведующий организационно-массовым отделом и руководителем секции драматургии Союза писателей Таджикской ССР. С 1939 по 1942 годы председатель правления Союза писателей Таджикской ССР. К наиболее известным произведениям поэта относятся следующие: поэма «Солнце страны», поэма «Осень и весна», сборник стихи, поэма «За родину», поэма «Сын родины», поэма «Невеста из Москвы», цикл стихов «Индийская баллада», цикл стихов «Я с востока свободного», поэма «Хасан Арабакеш», поэма «Голос Азии», поэма «Вечный свет», поэма «Дорогая моя», поэма «От Ганга до Кремля». Писал на русском и таджикском языках. Почти все произведения поэта переведены на русский язык, неоднократно издавались в республиках и всесоюзных печатных органах в литературных сборниках, а также отдельными книгами. Перевел на таджикский язык многие произведения русских писателей и писателей Республики СССР: Асы Пушкина, Т.Г. Шевченко, Н.А. Неркасова, Джамбула, Шота Русталиева, Ш.Р. Рашидова, Сульфии и других. Является председателем Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, членом Советского комитета защиты мира, членом Всесоюзного комитета по ленинским и государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры, председателем литературы, председателем Таджикского республиканского комитета защиты мира, председателем комитета по присуждению государственных премий Таджикского ССР имени Рудаки, членом редколлегии библиотеки поэта издательства «Советские писатели» и 200-томной библиотеки мировой литературы, членом главной редколлегии Таджикской советской энциклопедии. Жил в городе Душанбе, Таджикский ССР. Скончался 24 сентября 1977 года. Похоронен в Душанбе на кладбище Лучоб. В 2001 году посмотрено удостоен звания Героя Таджикистана. В 2011 году по решению ЮНЕСКО тысячелетие Мирзо Турсунзаде праздновалось в Таджикистане и во всего мира. Это еще не все, друзья. Если я все почитаю, будет видео очень длинным, поэтому лучше остановиться. Я очень старался для вас. Если какой-то недостаток, прошу прощения. Не забудьте подписаться на канал и ставить лайк. И до новой встречи. До свидания.